Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Майн, с вами я, Майн. И сегодня мы будем играть в игру «Мини-милиция». Это продолжение рубрики «От нуля до профессионала в игре «Мини-милиция». Ой, как я долго не играл, как я долго не снимал. А, точнее, я играл, но долго не снимал. Вот, смотрите, здесь я дофигище просто открыл... карт. Предлагаю выбрать эту и чтоб... Хотя нет, давайте вот для начала мы будем одни с вами всех мочить просто на максималку. О, вот сразу дофига всех. Это Кинг Хостия. Хостия. Я, кажется, играл с ним или с ней. Что-то знакоменькое. Так. Ну чё, погнали. Быстро незаметно включил по яркость. Яркость побольше. Так, вот здесь должна... Ё-моё. Блин, я не могу это... Или могу? Я могу это оружие брать. Все, кайф, ребят. Давайте мочим его прям по максимуму. Что-то это было слишком громко, ребят. Короче, все супер-пупер жестко. Это граната, ребят. Это моя любимая граната просто. Вот здесь кто-то появится. Я, короче, вот так вот. Хоба. Возьмем эту оружку. Не понял. Да просто всех там. На. Все, ребят, мы вот это Кинг Хостия какого-то. Да мы всех тут вообще разносим. Мы тут... Знаете, когда я в Blockman Go играю, я что-то там говорю, ла-ла, а здесь что-то мне хочется молчать и быть прям настроенным на игру. Прикольно, да? Так, нам нужно восстановить силы, как говорится. Я про летучку. Как это называть вообще? Летучка? Ну, не знаю. Все привыкли называть летучка, поэтому мы будем так и называть. Давайте, ребят, погнали. Мы просто вот так вот Кинг Хосту вот эту мы замочим просто. В принципе, легко. Давайте, ребята. На! Ребята, у меня патроны просто закончились. Хорошо, что все так четко произошло. О, это хороший пистолет. Это прям хороший пистолет, я знаю. Он прям топовый. О-о-о, вы что там? Они что-то раскидались тут. Я тоже так могу, прикинь. Добил его, короче. С приклада прям. Ладно, давайте, пока у нас есть летучка, как-то полетаем тут. ХП, хотел сказать, повосстанавливаем. Нифига, ХП-то дофига. Ой-ой-ой, у него вот эта вот штука. Вот она вот... Сдохни! Да блин! Ах, молодец! Я, короче, первый сейчас... Первый раз умер. О, он, кстати, тоже хороший игрок. А все нубики какие-то. Все какие-то нубики. Тут игра очень быстро идет. Ё-моё! Что это тут вообще происходило? Я вообще ничего не понял. Но было интересно, и это главное. Окей. Мониторим, короче, здесь все. О, ХПшечка. Вот я вот возле нее буду стоять. Стоп! У меня же постоянная тактика, постоянно мы идем на таран. Зачем там это? Или все-таки лучше как-нибудь по приколу? Давайте, ребят, нападаем. Так, просто все тут это подохли. Ну, неудивительно. Один я остался в живых. Окей, так, патроны есть. О, летучка. О, у меня ХП мало, ребят. Лоу ХП. Давайте. Думает, что убежит? А нифига. Мы вообще с ним сейчас на раз-два просто.
на изи просто, вот, без проблем. Нет, нет проблем, есть 2 ляма в банке. Все, погнали, 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 я его добью. Все, ребята, за 13 секунд, мне кажется, я не успею. Успею, успею, ребят, все, давай, давай, давай. Да ё-моё, давай, иди сюда. Да черт. Блин, прям чуть-чуть оставалось у меня, но я не смог, блин. Вот прям вот бесит. Ладно, мы выйдем. Все, ребята, мы продолжаем. Была рекламка небольшая. Вот эта вот штучка, здесь вообще обновления наидичайшие, и они очень крутые вообще. Не могу ничего сказать другого. Так, здесь нам какую-то штуку дали, я не понял. Так, мы должны это забрать, да? Да, мы забрали эти монетки. У меня, смотрите, у меня вот такое выпадало. Вот нам еще чуть-чуть, и мы получим штаны. Потому что, видите, у меня какие крутые руки. Так, давайте откроем. А, там надо ждать. Это мы... Это за это надо платить, мы платить ничего не будем. Так. Ребята, все, это ма... все, это моя любимая карта, ребята. Это просто жесть. В старой версии я постоянно играл на ней. Тут вообще профессионалы, смотрите, какие. Фух, я думаю, я смогу победить. Вот здесь я знаю... Так, ну-ка. Здесь вот очень классно кидать гранаты, вот типа... А, не было крутого оружия, жалко. Вот, крутое, но у меня денег нет. Уйди! Вы чё? Офигеть, это что-то слишком жестко. Но я говорю, они вообще профессионалы. Они могут вообще любую оружку брать. В этом некий минус. О, у меня гранат классный. Лошара, он просто упал. Не понял. Ты почему не умираешь? Умирай. Ты чё, дурачок? Ты почему? Живой. Как он живет? Я не понимаю. Каким образом он вообще выжил? Это что-то неправильно. Ребят, короче, забираем там калаш. А, мы не можем калаш брать, вот это жалко. Такого я, конечно, не ожидал. Ладно, давайте вверх. На серединочку примерно. Тут какая-то дичь происходит, а! Где это летит, я не понимаю. С какой стороны? Ребят, все внизу, поэтому я тоже валю вниз. Да, граната взорвала. Я вообще молчу, потому что в этой игре вообще нужно быть сосредоточенным. Все, кайф, я успел выпить воды. Вообще чуть-чуть. Но сам факт, что я успел это сделать. Так, кто-то вышел из игры. Давайте вот тут возьмем, пожалуйста, что-нибудь такое. Серьезно. Ладно, это хотя бы что-то. Это лучше, чем ничего. Дробовик мы все равно как бы брать не можем. Эту штуку мы тоже не можем. Мы не супер крут. Да ё-моё, вы куда там все? Да почему ты? На! Ребята, я стреляю по максимуму вообще. Как ты не умрешь-то, а? Все, ребят, я его убил. Вот это очень классная винтовочка. Блин, мне чуть-чуть не хватило. Вот я прям молчу половину видоса. Это очень
Странно. Ну, тут вообще профессионалы играют. Тут я не могу ничего с этим поделать. Я где-то год не играл в эту игру, скажем так. Такой вот у меня некий промежуток был. На. Ну, короче, что я могу сказать? Он меня сейчас убьет? Это что-то, я не знаю, что-то с его интернетом или что-то с моим. А, ты чё? Братан, ты чё? Есть, я двоих просто прям вот зарашу. Это классно. Ну, ребят, сейчас убьют меня, поэтому я делаю вот так. Чтобы, ну, как бы, мое убийство никому не засчиталось. А, это же тот тип, который этот... Его никто не может убить. Я пытался, что-то там, я думал, что-то у него там забагалось. Как он так? Ну, я в него попал, это главное. По мне так. Ну, вообще профессионал, я вот ничего не могу сказать. Ну, ладно. Огорчаться не будем, как говорится. Ё-моё! Что это было вообще, я не понимаю. Но я на втором месте, мне заплатили, получается, 25, да, монет? Давай быстрее, грузи. Где? Дай мне 25 монет, мы выходим, потому что здесь слишком жестко. Так, давайте батл. Я хотел бы сыграть вот на этой карте, потому что, ну, прям давно не играл. Вот в моем видосе, да, было. Это... Я не помню, если честно, что это за видос был, но про мини-милицию это я могу сказать точно. А, пока, блин, успею. Да, ребят, успел выпить воды. Совсем чуть-чуть, правда. Так, давайте будем сидеть тут. Хотел сказать, не будем издавать звуков, а я уже дофига так звуков издал. Да ё-моё, я думал, мы хотя бы это взять сможем. Так, походу он собрался выходить. Да. А, нет. То есть, ну, вы поняли, короче. Такая вот у нас западня, скажем так. Окей. Я полетел туда, потому что там крутые оружки остались и все остальное, в принципе. Вот это он чётенько тогда. На, я не могу оружку тут взять. Ну ладно. Давайте, ребят, спрячемся вот здесь. А, нет, ребят, не-не-не. Здесь он, вон там лежит такая вот... То, что я хотел взять там, но у меня не получилось. Все, кайф. Пока что с этой. Погнали. Вот так вот. Ой-ой-ой, он тоже? На! Блин, вот умный тип. Реально говорю. Просто отвечаю. На! Я вообще такого не ожидал поворота. Абсолютно. Ребят, давай валим. Ребят, я буду просто валить, убегать, потому что, ну, тоже поймите. А, это то место, все кайф. А, не, нифига не кайф, там, скорее всего, все упало, да? Да. Но у меня остается вон ту винтовочку только взять. Нас, кстати, трое. Так, давайте, погнали на таран, мы же все там кто? О, все кайф. Мы это возьмем прям на вооружение, чтобы прям четко выстрелить в случае чего. Так, он может мне сейчас туда вот выстрелить. Он два раза в меня попал. Ё-моё. Это было вообще очень опасно.
Ну, это плохо, короче, было. Он мог многое сделать. Это я могу сказать точно. Ладно, короче, давайте. Вот у нас остается 44 секунды. Я буду идти постоянно на таран. Моя любимая тактика, кстати. Мы кидаем гранату просто. Спокойно, обыденно. Я хотела его замочить. Ребят, я снимаю второй ролик за сегодня, поэтому не обращайте внимания на мой голос. О, он вот здесь. А, это тот нубик, с которым я еще ни разу не сталкивался. На, вот так-то могу, вот так-то. Блин, я думал, я на первое место выскочу, но у меня не получилось. Так, пьем быстрее воду. Так, где мы еще не играли? Давайте вот эту карту выберем, потому что она тоже очень классная. И думаю, на этом закончим, потому что видос уже будет 20 минут длиться, поэтому мы на этом закончим. Во, о, Амир, Амир, да, здорово, привет. Стоп. А, да, это та карта, это... Пост этот, как подпост. Подпост, я не помню как там. Воу-воу-воу, я забыл, мы же не в команде. Но я, короче, его все равно замочил. Это классно. Я на втором месте. Угу. Ну, неудивительно. Блин, мне холодно. Ага. Так, погнали, прям мочим будем. Надо быть готовым. А, мир, нифига себе, он это с двумя миниганами. Молодец, короче, братан. Тащит. Но все равно, это не значит, что он будет на первом. О, она может дробаш брать. Нельзя. Тут эмка, ребят. Да я ее не могу брать, что ли? Не, Амир что-то прям жесткий тип. Мы что-то сливаемся и сливаемся. Это не очень хорошо. Кто там остался? Нет, это не Амир. Окей. На, я его замочил. Все, я двоих замочил. Сейчас врываемся на первое место. Давай. Блин, не получилось. Ну, я на третьем, это главное. Я неплохо так держусь. Ох ты ж, гад! Это прям, ну, вообще классно. Я вот кайфую, если честно. Ну, что-то его прям мочит слишком жестко. Откуда пойдешь? Снизу, пожалуйста. Иди снизу. Давай! Да ё-моё! Там какой-то нубик, да? Да ты дурачок просто! Ответь! С кем он там сражался, я вот этого не пойму. Он через верх пошел, я пошел к этому новенькому. Да, я смог его замочить, все, кайф! Двоих смог. Все, если я буду сейчас мочить так нубиков, то я спокойно смогу и выиграть. Наверное. Он смог, я ничего не отрицаю. Но я на третьем месте, и я держусь хорошо, как бы. Это классно. Это не может не радовать. Так, вон там какой-то нубик. Он убежал, да? Не, это Амир, ё-моё, Амир, ты чё творишь? Ну я его... Так, давайте, я не хочу отдавать никому свою жизнь.
Я лучше умру сам от своей руки, чем буду отдавать жизнь ему, чтобы ему добавился счет. А он круче Амира, значит. Не ожидал, если честно. Давай! Да, нет, что-то вот я в ударе, я мочу самого мощного. Я даже, возможно, Амира смогу обогнать, но это не точно. Кто-то там летел, да? Или мне показалось? Да, ух, ё-моё! Давай! Я кого-то замочил? Нет? Я же гранату кинул прямо ему под ноги, нет? Блин. Опа-на, ребята, всё, сейчас полетят щеки. Все. Я вижу всю карту. Что? Блин, он меня увидел и смог попасть. Но мне тоже один выстрел максимум, и все, я бы его победил. Ну тут 3-2-1, все. Я прям просто такой падаю, стреляю, ну. Я думаю, вы поняли. Так, он, кстати, у нас 5 монет получил, это классно, я получил 35. Ладно, выходим. Ну все, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это рубрики, ребята. А если хотите посмотреть вообще все, как начиналось, плейлисты на канале есть. Что по Гренни, что по Мини-Милиции, что по Блокмен Го. Все есть на канале. Так что все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока-пока.